Итак, мы понимаем, что наступают холода, отопление включили, но не везде. Понимаем, что вместе с морозами приходят болезни, заболевания хронически обостряются. И мы сразу продумываем, так, какие витамины пить, зарядку делать, не делать, да как себя привести именно и приподнять свой иммунитет именно в сезону. Будем говорить сегодня о профилактике респираторных заболеваний, потому что мы знаем, что если ослаблен организм, вирус быстрее нас хватает. Давайте 100%. Мы от этого избавимся и поможем себе и всем членам семьи. Сегодня с нами натуральная шерсть австралийского мериноса от крупного бренда с 20-летней историей. Находятся заводы в Ставропольском крае. Wool Empire или Империя шерсти дарит нам сегодня с вами здоровье. Используют только натуральное сырье, совершенно без единого даже процента синтетики. Наши жилеты прогревают вашу спину, легкие, бедра. Они удлиненные, универсальные, мягкие, на трикотажном основании. Очень приятны и снаружи, и внутри. На функциональных красивых пуговицах. Они очень здорово, что снабжены большими, глубокими карманами. То есть эта конструкция универсальна и очень удобна. Во-первых, удлиненные, во-вторых, карманы муфты, с которыми мы прогреваем даже с вами и ручки в том числе. Всем членам семьи рекомендую. Универсальный для мужчин и для женщин. Шерсть имеет свойство самоочищаться. Шерсть промывают и остается по технологии Империя шерсти. 45% ланолина, природного животного воска, который, ребят, вообще отличный. И он действует прекрасно на организм. Он самоочищает шерсть. Она за счет этого даже ранки заживляет. Помогает кровообращение разгонять. Вот так. Это идеально. Вот так. Да, такой жилет можно первое время просто встряхивать. Просто, как говорится, пыль стряхнул и все. То есть здесь еще и простой уход. Давайте знакомиться с цветами. У нас есть ассортимент. Итак, любимые, обратите внимание, бегу уже сейчас к Вячеславу. Белый цвет Вячеслав выбрал для себя. Вот, кстати, коллекция, да, о которой мы говорим, унисекс и для мужчин, и для женщин. Очень мягкий, знаю, что выбирает Вячеслав. У нас не первый раз на эфирах, но нравятся тебе жилеты. Розовый цвет выбрала для себя я, кстати, с белым капором. Выбираю очень приятный, мне нравится то, что он удлиненный, а это значит, он закрывает поясницу, если вы там что-то делаете у себя в саду, к примеру, да, вот так вот надели, часто выбегаем в сад, просто куртка, надели жилетик, и вам тепло. Серый цвет у Юрины Колосовой сейчас в руках. Юля, скажи, ты серый цвет вот этот для себя выбрала? Да, мне очень нравятся универсальные оттенки, но ты знаешь, что я люблю оттенок серого, мне нравится, что это натуральный оттенок, не крашеный. У овечек австралийских пород мериносы 12 оттенков, не крашеный, то есть ноль химии. Итак, любимые, но самое главное, что бренд Wool Empire представляет, держитесь, размерный ряд, внимание, от 40-го, от размер S, это размер моей доченьки, да, XSS, до, внимание, 70-го, размер 5XL. 5XL. Цена не меняется, хотя от 56 размера до 70 в два раза больше шерсти. Другие лекала, поставленное производство. Это самое главное. Подарите здоровье себе. Вы дарите шампанское, дарите вино, там хороший коньяк. Вот даже недавно разговаривали о том, что вот что подарить родителям. Вроде все есть. Подарите им здоровье. Пусть все в нашей стране будут здоровы. А если, понимаете, но так же невозможно, мы можем это здоровье сберечь, да, или проконтролировать, вопросы, да, серьезные. Провести профилактику, да, да, потому что лечить-то сложнее. Так. Давайте выберем размер. Ну, мы уже сразу видим, что он универсален по использованию и для, да, мужчин, и для женщин, и для наших красивых девушек. Девчонки, давайте измерять. Ну, мы на Вячеславе сейчас измерение давай проведем. Посмотрим. Во-первых, мне нравится, что плечо закрыто, да, глубокая пройма. То есть вы надеваете на свитер, на пуловер, на водолазку, даже на куртку. Можно выходить как вверх
верхние вещи. Замеряем с вами по спиночке. У нас с вами аж 96, видно? 96 сантиметров. Это говорит о том, что закрыта полностью поясница, зона ягодиц, бедра. Ушли уже практически туда, до колена. Такой удлиненный жилет. Это его особенность, потому что прогрето все тело. Теперь смотрите, у нас сдвоенная размерная линия. Мы в своем диапазоне. Мы сейчас еще раз линейку вам покажем. Но вы можете сделать, взять и размер в размер, и на размер больше. Потому что кто-то на куртку наденет. Да. Посмотрите, мне очень нравится, конечно, качество шерсти от бренда. Компания динамично развивается. Собственные фабрики. По европейским технологиям обрабатывается шерсть. Привозится шерсть австралийского мериноса. Это тонкорунная овца. Она очень хорошо греет. Она греет сухим, таким глубоким, прогревающим, обнимающим теплом. Благодаря тонкому руну, правильно извитому, его много, но тоненько и близко-близко прилегает. Поэтому как шубка уже почти получается наш жилет iPetria от бренда Wool Empire. Громкая премьера на телеканале Shop & Show в честь 9-летия нашего общего праздника, нашего канала. 100% шерсть – это здорово, потому что это здоровье. Нет. Хорошее слово у нас сегодня звучит. И в центре внимания именно здоровье. Осенне-зимний сезон. Ну, все, наверное, да, подтвердят, что здоровье иногда бывает, ну, пошатывается. Что сделать? То горло прострелило, то спинка где-то заболела, то это. Поэтому обязательно проводите профилактику. Чем еще хороша шерсть? Именно мериноса. Она мягенькая. Она вся вот прямо даже очень-очень приятно сделана. Изнаночная сторона, как валеночек, сваленная, но мягенькая. Она на трикотаже пластичная, не толстая. То есть вы можете под верхнюю вещь надеть, под куртку и на куртку. Да. Вы не будете потеть. То есть это сухое тепло. Это самое главное. Самое главное, это действительно сухое тепло, которое мы сегодня дарим от бренда Wool Empire, от бренда Империя Шерсти. Вот понимаете, даже как название, как корабль назовешь, так он и поплывет. Точно. Империя Шерсти. Империя. Да. 20 лет успеха. Это серьезно. Это как наш телеканал. Четко, прочно идет к тому, что действительно лучший телеканал, который знает уже 45 миллионов телезрителей. А здесь заводские фабрики и заводы находятся у нас в Ставропольском крае. А овечки, то есть сырье австралийского мериноса. Это тонкорунная овца, поэтому жилет мягкий и с одной стороны, и с другой. Чуть более короткая, такая как валеная шерсть с одной стороны, и более пушистая с другой. Исполнено у нас с вами с карманами накладными наш прекрасное изделие, жилет от Wool Empire. А значит, мы с вами туда, погружая руки, будем помогать суставам рук. У кого артриты, у меня, например, один пальчик там что-то уже вот так вот заедает в средней на левой руке. Поэтому обязательно берегите свое здоровье.